Че, погибель пойдем, бьем? Да, пойдем сразу на погибель. Суманули два кино? Это кто хилы? Подушка и ПЦ. Ладно. Фига, совершенно иронический чердолик. 27 косарей. А здесь же погибли. А, ну да. А не, пойдем это, смотрите сейчас, чтобы портал открылся, чтобы нам это... А, давайте. А, ну да, портал, чтобы был. Через дверь не ходить, что. Есть макрос у кого-нибудь на куратора? Да, есть. Но вот у меня там в Дискорде есть, там где скрины я скидывал. Вот. Окей. Сейчас я скину его в охладилку. Бля, он... Он кривой. Там в этом, в моем дискорде, там для скрины, там я скидывал, там прямо это прописано. Мы их не бьем, что ли? Почему бьем сейчас? В одну кучу соберутся. Сейчас копировал, стой его. Войт решил довер побежать. Главное не потерять. Кто каст не совет, то и чилить Долоран. Ну, тут указан совет, блядь. Без печеньки. Нахуй я дамажу. Три 338, красная цель. А? Ну, короче, почти на сотку красная полироль упала. К вечеру еще должно. Ебать, а синий, наоборот, скаканули. Синяя косарь. Танки одеваются. О, у нас синтеку здесь, да, ничего не надо, блин. Можем взять варлока, он того, который хотел эту некромантку. Чё? Почему мне ничего не надо?
А что тебе надо? Мне, Триня, Сарана, ну, эти токены тоже. А кому она не нужна? В смысле, Сарана, не Долгонок. Или это какой-то хил говорит? Она типа жесткая, тринесаран. Ну она как типа с этого. Че? Как ссылка, только. Она как ссылка, только у нее прок 6 секунд, и она хилит на 5000, когда у тебя запас здоровья меньше 50%. Переведу это на нормальный язык, она говно. Да блять, что нормально. Никто практически не садится на 50%. Она будет работать только когда, блядь, хилы не. Какой-нибудь хил упал, и у вас недохил идет прям жесткий. Короче, говно. Ну, вот видишь, Триня, короче, говно, да, поэтому хилам ее не отдавай. Вот мне ее просто отдаю все. Триня говно, объясните. А печеньки тебе нужны, Синка? Ну да. Все спеки сразу. Да, медведи. Мне печеньку да, надо одну, ебать, алло, нахуй. Штаны видите? Нет, типа, я могу варлоку место уступить. Вообще без разницы, чтобы он пошел. Ему нужны все равно. Молния, все дома макрос написали, чтобы касты сбивать. Все готово. Короче, в кругляшке будем, когда руны будут, короче, в ромбике самую дальнюю закрываешь маг, самую дальнюю здесь вот в ромбике закрываешь, а в звездочке самую дальнюю закрываешь хант. Вторую по дальности здесь закрываешь злобный друид в ромбике, в звездочке закрываешь синтек, ты же в сове, да, в сове. А все, что в центре, там, соответственно, остальные. Танк под танком закрывает, там милишники, все, что близко, там, где видите, что появилось. Да хуя с одной стороны, те, кто в центре, стоите, бежите туда. То есть страхует у нас Геншин со стороны ромбика, страхует со стороны звездочки, страхует у нас пусть Шалфир. Все. Ну и касты там кикают. Счет. Надо сесть. Ставь его куда-нибудь в квадратик или в эту ромбик. Ой, в ломо. Здесь и неудобно. Сферу убиваем. Тогда дистанцию наберите на подушке проводник. Сферу убиваем. Давайте. Я скажу, когда нажать каст, надо будет сбить. Нажимай. Давай, Кен. Сферу следующего убили. Злобный друид.
центр, центр, уведи отсюда. Давай этот. Все в центр встали, в зеленую уведи, метку. Уведи, 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 уведи. По кругу. Вводи его. Тотем ощущение. Этого было. Дистанцию уберите. Давайте Геру, давайте. Сейчас руны будут, все, урон стопните по боссу, никто не бьет, пока руны закрываем. Все, закрывайте руны. Сейчас стопайте урон, сейчас руны будут, после этого добьемся. Руны обязательно закройте. Что, идем на погибель? Да, пойдем, наверное, что-то. Ну, пойдем погибли в ее нос. Нужны кому-то плечи эти штаны. Вот. Лучше никому не нужны, я отдаю дальше. Главное, чтобы шеем не стукнули по рейду с рарником. Я снимаю ворону на контроль. А чё, знаю, что у тебя Геншина шем? Есть а? У тебя шем уже? Да. Нихуя, поздравляю. Спасибо. А чё, а где урон? Ну как бы, блядь, там босс такой, на нем милишники не бьет. Ну ладно. Я сюда почему престол сюда хожу, блядь, я не ворон. Ты никогда не задумывался. Не, он просто вагон шеем собрал, блядь, дамажить не научился. Ну, шеем вдонил, камни не вдонил. Да-да-да. Блин, сколько ты потратил на полироли этих камней? Кто? Ты. А я вчера вечером, короче, мы РБКшки закрыли, я захожу на УК, они, короче, кусочек полироли стоят по 2-300. Я себе купил. Блин, все равно до хера. Ну, блядь, 2-300, не 3-500, но как сегодня утром. Ну, зато если... плюс 12 статов сюда. Я как раз два купил, капы подбил, пока хватило. Мне сейчас надо еще один купить, там выкинуть, там маленько камни установить. И вообще заебись. Все, ко. Так, короче, она примерно в квадрат прилетит. По-моему, да, примерно в квадрат. Все остальные стоят.
Вот здесь. Сейчас луну поставим. Примерно вот тут. Соответственно, силой хилим на первое дыхание. Короче, зубы на второе дашь. На первое можно не прожиматься. Там, словно, да, на первое можно не прожиматься. Там я панцирь даю на первое. На второе нужно отдать панцирь. Ты мне на второе дашь зубы, Геншин, а остальное вообще похуй. Просто смотри. У меня до третьего дыхания откатывается панцирь, и все. Короче, вот смотри, она дышит, она вешает. А, ну хотя она не вешает на тебя, да, дебаф? Да. Короче, она первый раз на тебя дышит, вешает на тебя дебаф. Потом ты на второе жмешь панцирь, скидываешь себе этот дебаф, и на третье дыхание на тебе нет дебафа, она просто дует. Ну, смотри, я нажимаю панцирь на первое, она не вешает дебаф. На второе он дает зубы, и оно первое не шотает. И на третье у меня незыбка есть. И панцирь еще дышит. Главное не сдохнуть. Потом... Я призвал. Никто не бьет, блядь, пока он не встанет, пока она не начнет там его бить. Все, вроде встал, убьет. Похильте, наверное, на сторонник, маленько подамажим, там, если больно будет, я уйду. Берн на тебя? Да, синтек Бэр. Видишь этот таймер, Геншин, на следующее дыхание, чтобы дать? 13 секунд. Мне, наверное, тебе надо было встать, когда повесить метки. Да похуй уже. Метка повесить, я хоть подамажу. Готовься, Геншин. Баф. Давай зубы. Синтек, злобный друид и маг зашли во внутрь дамажа. У друида зелька есть. А зельки у друида есть зелька, да у кого? Злобного? Да. Первого синтека будем выбивать, второго мага, третьего будем друида выбивать. А нет, наверное, первого. А у мага есть зелька? Я не говорил, блять, я писал, сука, в дискорде, но что у всех должны быть эти ебучие зельки. Все, то есть тогда синтек первого выбиваем, вы вдвоем злобный друид и маг убежите туда, нажмете зелье. А после этого выбиваем злобного друида и мага последним будем выбивать. Кого первого? Первого синтека. Ну, тогда выйдешь. Все, уже бегите, короче, она сейчас уже взлетать будет. И туда бежи. Синтек, сюда выбегай. Злобный друид, блядь. Вы, сука. Я не понял. В ту сторону, к двери, а не сюда. Пиздец, прикалывается. Сейчас она у тебя уже КД. Я убиваю. Выходи, щитой, выходи оттуда сразу. Все, за мной идем. Вихрь, подними злобного. Я на себя этот черепок повешал. За мной все, выходим к черепку. И сове, блядь, пожалуйста, дайте там какой-нибудь циклон, какую-нибудь залупу, блядь. Давай не зыбку, да, наверное, да. Чтоб никто не сдох. Да, я дал. Магу контроль давайте, там, лягушку магу. Рапу магу и хильте. Киньте фир по друиду. Магу контроль дайте. А вы не умеете. И хильте. Меня убьет сейчас друид. Я ему каст кикнул. Короче, я друида выбил. Магу контроль дайте, блять, сука. Синтек, дай ему циклон. После ну, циклона все, дайте ему лягушку. Ему. Либо трапу под него киньте. Все что угодно сделайте, но он должен, блять, быть в контроле.
Все, мага выбиваем. И бежим в луну. Да-да, пиздец. Пойдет, в луну бежим, беги сразу босса, лови, он сейчас быстро прибежит. Лови, разворачивай, чтобы у нас не дыхнуло. Все, в черепок все отошли, в черепок. БР есть? В черепок отошли, да, есть. Надо бернуть и БЛ. Давай это... Давай, злобный друид, помогу БР. Ага. Все, в череп встаньте чуть-чуть правее, чтобы она нечаянно боком на вас не дыхнула. Там конус. Прохильте танк, пол хп, блядь, стоит. 3 секунды, пол хп. Да, Геншин, готовься. 7 секунд. Так, метки на мне надо, вот сейчас давай Геру. У вас Герниф где была? Не, нет. Я же умирал. Так, кого выбивать там, что у нас? Друид. Война. Меня первого выбить, чтобы нет. Чтобы я трэш был. Через 5 секунд будет, короче, это. И оружие снимаю. Выхожу сюда. Сейчас она улетит, уже бегите, зельку жмите. Все, отойдите от меня подальше. Ну, не хильте его, блядь. Все, убиваем. Блять. Ладно. Куда ты побежал? Это не я побежал, это я еще в контроле был, вы долго выбиваете. Я чаржнул в этого, блядь. Блин, в кого я чарж? Тотемы. Давай кинь на контроль. Без крита пока. С меня еще трэш появился. Тяни, тяни, да? Тяни. Друида второго убивает тебя, давай кинь на контроль. КД у меня. Там его только не выбивайте на углях, а то сдохнет, как я сдох. Дайте ему выйти с углей, сейчас убиваете. Не, сильными ударами. Не. Выйди сюда. Сейчас будет спускаться, делови. А, сейчас маленько дольше спускаться будет, не сразу. Там сейчас... Делови. После последнего скелета уже можно бежать. Сейчас уже можно бежать. Ловить. А на хп все дайте, бегут. на хп дайте, алло. Бегут. Вы хп видите свое. Остальные все бегут, блять, от ебаной лужи, нахуй. Вы не стойте прям в ней, нахуй. Хуйня, короче, это ваш синдрагоса, блядь.
Ладно. Откуда бой? А, все пропал. Грудь нужна кому, нет? Тут ничего, кроме печенек, никому не надо. Надолго ног. Ну, только что трени. Натуре. О, знаете тактику на выбор? И я не знаю. И не хочу даже знать. Нет. Просто 1, 2, 3 нажимай и все нахуй. Вот и вся тактика. Подушка умерла. Да я свалилась, кривоножка. Сварилась. Кривоножка это которая это? Эридар? Козочка типа, да? О, подушка вперед нас добежала, нихуя себе. Чё, как да, пробегаем? Там прощённый рейс был. Рокировочка. Да, идём. Мы на Арана. Не, лево, право, хуй знает. А, прямо сразу на копыта какого нахуй Арана. Сразу ёбнем копыта с первого трая. Даже. Ага. Если там всем трех не сдохнет в комнате. Эй, может все-таки Аран? Ради телепорта? Не правда. Я последний нет. Раз вообще там не подыхал. Ну, смотрите на. Если что, зубы кину, когда он в комнату ходить будет. Не факт, что он там не выживет, если зубов. Да бля, да у меня отхил там. Это. Дубовая кожа есть. Как ты да. Умирал тогда там? Да блять, да не умирал я там. Я умирал, там да умирали. Я там первый раз был. А потом да я не умирал уже. Кажется, тут трэш проще, чем в РБК. Ну тут ты его десятером бьёшь, блин. Ну так-то да, блин, там вообще... Они не кидают спиры, МК не кидают. Там что там у них еще было, блядь. Станы по КД не кидают по тебе. Натуре. Знания, блядь. А еще у них ХП не пол ляма. Я лучше за, блядь, время будет, потому что пойду он, блядь, сыгру РС-ку какую-нибудь, что-нибудь продам оттуда. И куплю себе эту полироль дырявую, чем вот так вот ходить. 12 инстов один этот момент. Чего? Я говорю, 12 прошел, один фрагмент выпал. Красный. Который нужен. Как ты 12 прошел, если вчера, по-моему, инсты появились? Или в среду? Я персонажей больше, чем один персонаж. Да, потому что у меня два персонажа. Все, блядь, все, нахуй, забей. Я в курсе, что у тебя не два персонажа, а три. Может, дай руку дам, дай руку дам.
на карту, если я скажу, что ни одного лишнего трэша пока что не было. Че, этого там большого одна не бьем? Одна пачка она... была. Я уже хотел сагрить. Исчез. Видите духа, а он есть. Сначала череп. Я черепа собью, раз. Сейчас сравним, сейчас мы нечем вспомнить. Здорово всем. Привет. Привет. Чего там, кароха ем троите? Ну, ладно, поем на... Не троим, проносим. Да, наконец-то все знают тактику. Что там, три токена падает уже или два еще? Да, три. Мы уже два выбили. Вот, еще один. Надо тоже будет сходить. Это нет, не сливаю, а потом пойду крестом все равно. В воскресенье, наверное. Либо сегодня после этого, кто знает. В воскресенье это хорошо, воскресенье выходной. Я сегодня сгоняю после РТС, если пойдем. Сегодня вообще, по-моему, день России или еще что-то у нас пары отменили. День независимости. День народного единства. Да вообще пофигу, главное, что... Я главное, спал. Что пары отменили, блядь, это. Да, главное, что пары отменили, можно было поспать. Ля ты крыса, конечно. Да ладно, нужно быть едиными. Это вот спать. День народного единства, мне кажется, праздник сейчас актуальный. В преддверии того, что происходит, блядь. Ну да. Я бы сказал, актуальнее, чем Новый год. Я кто закрывает? Сейчас. Надо, комнату? Короче. Кто комнаты закрывает? Давай подальше. Я что-то следующего года боюсь, блин. Предлагаю, короче, отметить день народного единства. Так, вот берем, короче, всей гейдой, Штормград, ебать, и убиваемся. Кого? Никого? Там же нет никого, как и в Долоране, в игре Мария. Вот никого. Прийти и бить никого. Просто, просто топором махать. Где босса танчить? Я уебнем учителей профессии. Босса, короче, там, где он стоит. Я не знаю, может, и какую-то другую тактику. Ну, вообще похуй. Знаешь, я видел его как-то, блядь, там уголком танчили. Да это вообще похуй, все это хуйня. Не, можно сходить и это сделать. Можно пойти за Орду сделать за час, конечно. Короче, в зеленой метке Шалфир стоит, Макс стоишь в ромбике, в Луне стоишь Синтек, в квадрате злобный друид. Я бы до Вакина поставил, но ты же сдохнешь по-любому, там, блядь, сразу же прям стан. Так, я прослушал, я в ромбе, да? Ты заебал, блядь. Я не помню уже. Шалфир, да не надо пробовать. Короче... А не, давай не пробуй, блядь, это все параша, вот мы закроем и нормально. Только не надо пробовать, да, я знаю, что ты сдохнешь, блядь, ну, тут это вообще... Я, короче, в ромбик. Ты всегда, вы всегда дохнете, ханты, блядь. Да у него так, 19 ты стоишь, лямов. Короче, ты, короче, стоишь в этой, хан стоишь в кругляшке, ну... То есть, примерно в стороне кругляшке, но на максимальной рендже, ну, на такой рендже, чтобы ты, блядь, был и под боссом, и мог стрелять, короче. Ну, вот это вот, ваша вот хуйня, вот это вот.
Все. То есть, когда на тебе семочка, вы ее выносите, чтобы рядом с вами не было никого. Ориентировочно выносите ее вон в красную метку. Поставил туда под окно. Босса держим звездочки там, где стоит. Также лицом к двери. Все остальные стоят за спиной босса, кто не в метках. В метках, еще раз повторю, злобный друид, синтек, маг и шалфир. Соответственно, хант рарм подушечка, геншин. Вы стоите за боссом. Кто? Все, что он дает? Хорош. Хорош, но взял этого вагона, блядь. Разверни его лицом к двери. Трэш вышел, пошли. Давай там с двумя шеями это трэш. Маг будет первый заходить. Так, маг даже заходит первый. Мага прохилила этим, главное, чтобы он не зашел туда фуловый, а не с 10% хп. Маг заходит. Маг вышел. Ты убил или блок нажимал? Убил. Убил, да, да. Друид сейчас зайдет, злобный друид. Ага, синтека прохилить, злобного друида тоже прохилить. Так, нашел шалфир. Шалфир, да. Эту хуйню не забудь на себя повешать, которую хилит там, когда кастуешь. Злобного друида там умирай, живи. Захожу. Прохильте, прохильте приста, чтобы он туда фуловый зашел. Нет, а чё меня эти шары вообще не хилили? Надо выбегать. Так, метку на синтеке. Подняли, да? Резну, да, подняли. Так, тут следующий синтек. Синтека хильте. Да. А, синтек захожу. Нет, 5 семечка. Короче, синтек выйдешь? Выйдешь. Дадите гел. Как только синтек выйдет. Ну давайте, не метка, давайте на трейда отойди. От трейда отойди. В самый угол иди, все, вон там стой. Когда в комнату зазовет, вот тебе шанс попробовать, убьешь ты в комнате или не убьешь. Захильте, Вара. Два злобных появилось. Поставил череп, быстрее его убили. Геру давайте. Второго тоже надо злобного заебашить. Я решил. А? На мне метка тоже. Я вижу, да. Добивайте уже лям. Да трэш все равно бить надо. И тут задохнем все просто. Можно всегда такую кару?
О, 10 долго. Я бы даже сказал, нужно, блядь. Че, Молчазар остался? Аран, гнев. Короче, вещи, если кому-то что-то нужно, сразу говорите, я отдаю все Геншину. Там вот дробяшка. Пояс нужен, пишет. Дайте пояс мне. Ну вот это. Нормально. Я Геншину скинул. Геншин, не пыли, отдай пояс. Злобному дроиду. Я их не пылю пока. Я пока не могу использовать эту способность. Так кто-нибудь дебил. Будет сидеть такой, о, а мне это нужно, ебать, через полчаса. Ну, к концу рейда. А что, это уже пароль или, да? Да, да, да. Есть, бывает такое, да. Потом еще забанят на форуме, да? Ага. Стой, стой. Куда я? Заходим? Да, давай заходим. Короче, надо будет этот разник дашь по подушечке, когда зима будет. И... Ну, остальные вроде все знают, что делать. Косты, главное, только... надо кикать. Я буду, наверное... Первый сбивает. Подушечка помогает, если что. Ну, я ледяной пока сбиваю. Ну, боль, да, ледяной надо сбивать. А какой не надо? А, огненный не надо, да? Да, ледяной-то. Я первый сбил. Так, заморожен. Да. Короче, сбивать надо только огненный, остальные ничего не надо. Вот этот не сбивается, сейчас заморозит кого-то. Злобного друида заморозило, прохильте его. Сейчас надо будет разморозить на рарнике. Бля, потерялся. Бля, он маленький такой? Да, он маленький такой. Сейчас вот на шарфире. Пламя, венец, бля. Стоим, не двигаемся. Все, не, уже не бегаем, не размораживаем, просто стоим, бьем. Че не сбили-то, блядь? Этот не сбивается. Геншин заморозил. Меня заморозил. Сейчас то он, злобный друид. Тебя огненный кастует. Ага. Умер. Геншин тэк подымает злобного друида. У меня КД, я его урезал уже. А, ты его урезал уже? Ну да, на этом. Вы что, дрочите, что ли? Зима. Сейчас давай не зыбку. Боб по подушке и бегайте рядом друг к другу, не подбегайте только. Бегайте, живите. Синтек, живи, блять. Геншин, прохилься. Давакин, блять. Вы чё нахуй купите, блять? Ну смысл бить? Давай сначала нахуй хули. Или чё? Да, пока бьем, пока еще кто-нибудь один не сдох. Свинец, стоим и двигаемся. Вот этот сбивался, если чё, до этого, блядь. Заморозит. Геншин заморозил на войне. На войда кастует. Я кикну. Не, сейчас можно падать. Накаркали. Ну, блять.
Да не как-то бичи. Диван дал. Блин, а что если вот всегда как-нибудь прятаться от этих фамильяров? Не-не. Не получится прятаться? Не-не. Они придут, убьют. Они придут за тобой. Ну, чтобы они типа сбегались. А можно было не бегать под землю? Чё, ну да, можешь? Можно было не бегать. Тебе не бегать, тебе дают боб, ты стоишь и хилишь. Никогда не кидали мне боб. Твоя задача, чтобы не умер никто. Вот когда вторая будет зима, если она будет, то тогда тебе надо бегать.